войска в колонны строились, Москва на блиц настроилась, и Киев мы хотели взять за пару дней в кольцо. Бойцы спецназа русского шли улицами узкими. Мелькнуло вдруг со стугною бандеровца лицо. Александр из Рязани с удивленными глазами позабыл при этой встрече, что в десанте был спецом, и сказал укроп невинно: «Добрый день, мы с Украины».